Приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. И сегодня я хотела бы вам рассказать о своих недавних заказах по каталогу Faberlic. Если вам интересно такое видео, то прошу вас оставаться со мной. У меня было два заказа. Я не стала снимать отдельно каждый, потому что они были очень небольшие. Решила их уже объединить окончательно и рассказать уже тогда о них вместе. Итак, что у меня было? Значит, буду рассказывать вместе, что в том, что в этом каталоге, во втором или в первом я брала, я уже не помню. Ну, в общем, значит, это я взяла, точно помню, в этом каталоге. Новая серия Store d'Amour. В общем, это всякие различные штучки для интимной гигиены. И не только. Была хорошая акция. Берешь два продукта, они получаются намного дешевле. Я так посмотрела... Гели для интимной гигиены у меня пока куча, поэтому я решила взять салфетки. Салфетки никогда не бывают лишними. Взяла, они вообще идут для чувствительной кожи, для интимной гигиены. Но я использую их не только для этого, а для разных других. В общем, у меня лежат они в туалетном столике. И использую для разных моих нужд. И не только моих, в общем, поэтому взяла две пачки. Я уже их вчера пробовала, использовала их, и очень хорошие, хорошо пропитаны, приятно пахнут. В общем, мне понравились, поэтому получилось довольно выгодно. Две упаковочки по хорошей акции. Так, следующее, что я взяла, это также было по акции. Я решила взять для дочки вот такой гель для умывания антибактериальный для жирной и проблемной кожи. Взяла я его то ли по баллам, то ли опять по какой-то там 50% скидки. В общем, вышел он мне буквально копейки. Многие девочки его хвалят. Я надеюсь, что она тоже будет им довольна. Сама я его не пробовала. Он идет с салициловой кислотой и маслом мануки. В общем, он пока у меня зафольгирован, потому что у нее еще есть пока гель для умывания. Но этот я надеюсь, что ей тоже понравится. И не будет ей сушить кожу и вызывать новых воспалений. Так, это в этом каталоге. Я взяла вот такой вот крем. Platinum. Faberlic Platinum. Это у меня ультралифтинг. В общем, гель или крем. Крем. Крем, скорее всего, крем для век. Из новой серии Platinum. Слышала я у Сашули. Сашуля, привет тебе. Она рассказывала о целой версии... о целой комплекте вот этой вот Platinum, в общем, о всех кремах. И сказала, что вот этот вот крем для век понравился больше всего и ей, и ее маме. Значит, это идет деликатный крем для кожи вокруг глаз, омолаживает, восстанавливает, защищает, увлажняет нежную кожу. Морщины становятся менее заметной, кожа нежной и увлажненной. Поэтому мне стало его интересно попробовать, тем более у меня несколько кремов подошли к концу и уже остался только один, а я люблю, чтобы было хотя бы несколько для на выбор. Я, конечно, в полном очаровании от этого крема, мало того, что мне сначала очень впечатлила упаковка. А, я забыла сказать о главном, о том, что он стоит очень не бюджетно в каталоге, стоит он порядка 400, по-моему, с чем-то рублей. Но была такая очень хорошая акция во втором каталоге. Если ты зарегистрируешься в группе ВКонтакте, то что-то ты можешь взять с 70% скидкой. Но мой выбор все-таки я остановила именно на нем. Думала я между ним и палеткой, которую я потом покажу. Но все-таки этот у меня был дороже по цене, поэтому мне он оказался выгоднее. И я его взяла, что там за 100 с чем-то рублей всего лишь. В общем, получилось крайне-крайне выгодно. Я считаю, что для него это, конечно, даже очень выгодная цена. Очень, во-первых, упаковка впечатлила, похож на люксовый крем, и я, конечно, меня немножко останавливало то, что придется лазить пальцем, я думала, но оказалось, что я слышала, что девочки рассказывали, но, конечно, я обращала на это внимание, потому что, как обычно. Вот, но оказалось, что он выходит вот отсюда, с этого вот дозатора, я даже боюсь надавливать, потому что, в общем, не надо никуда лазить, он находится внутри. Дозатор крайне удобный, очень-очень удобный. Просто на самом деле люксовый, очень приятный крем. Я пришла в полный восторг от этого крема. Сашенька, спасибо тебе за отзывы такие положительные именно этого крема, потому что он мне очень понравился. Во-первых, его текстура. Он средний по текстуре, не сильно плотный, но не жидкий. Он отлично увлажняет кожу вокруг глаз.
он быстро впитывает, он очень приятно пахнет, текстура такая прям как суфлейная какая-то. Обалденный крем. В общем, девочки, если будет какая-то акция, обязательно попробуйте. И к тому же у него неплохой состав, в отличие от других кремов, которые есть у этой серии Platinum. Поэтому я не буду их брать после того, как послушала и отзывы, и слышала на сайте, читала, в общем, составы. В общем, но этот крем, конечно, меня впечатлил. Он просто обалденный. В общем, могу посоветовать, обязательно берите. Так. В прошлом каталоге также я взяла себе функциональное питание, вот такое вот, Eatless, 7 пакетиков по 5 грамм. Я уже пробовала 2 пакетика, в общем, это такой концентрат с напитка сухой, который помогает нам как бы меньше кушать, уменьшает объем желудка или что-то, ну, в общем, как-то помогает нам быть стройней. В общем, здесь такие вот пакетики. Слышала я тоже на него неплохие отзывы. Я его, значит, уже попробовала. Он похож по текстуре на какой-то такой кисель, такой жидковатый. У меня был из другого питания там кисель. Вот очень похож он и по вкусу даже, потому что у него такой яблочный привкус. И по текстуре, как такой вот жидковатый. В принципе, приятный, хорошо он пьется, мне он понравился. Ну, пока, конечно, от 2 раз я никакого эффекта не увидела, но выпью полностью, потом уже буду, наверное, в пустых баночках рассказывать. Хотя, наверное, одной упаковки тоже будет мало для того, чтобы видеть какой-то эффект. Хотя, конечно, очень бы хотелось. В общем, кто принимал его, обязательно пишите, девочки, был ли у вас какой-то эффект от него. Так, также в первом каталоге... По купонам, по-моему, или по какой-то акции, опять же, не помню, с 50% скидкой взяла вот такие вот 2 омолаживающие программы. Леночка, 171, Лена, привет тебе, очень хвалит их. Правда, она хвалила больше вторую программу, но я взяла себе первую и третью. Это такие ампулы. Первая, это идут с гиалуроновой кислотой и витаминами. Восстановление и активация клеток. Омолаживающая программа, шаг первый. Ее... Подразумевается, нужно использовать одну ампулу на один раз. Ну, конечно, она ампула большая. Так же, как Лена говорила, я также ее использую на 3 раза. Такие пластиковые ампулы я уже использовала 3 штучки. Конечно, нужно использовать, наверное, постоянно, каждый день, чтобы видеть какой-то эффект. Я использую его как сыворотку под ночной крем. На 3 раза растягиваю каждую ампулу. Использовала и пробовала, вернее, и первый шаг. Как я уже сказала. И также третий шаг. Третий шаг — это лифтинг и регенерация. Антивозрастные ампулы возвращают молодость каждой клетке вашей кожи. Вот такой вот, такая вот омолаживающая программа. Здесь уже ампулы идут такого оранжевого цвета. Я использовала пока только одну, по-моему, попробовать, чтобы просто рассказать вам. Внутри находится такая жидкость, немножко маслянистая, но никакой жирности она не оставляет на коже, быстро впитывается, очень хорошо увлажняет кожу. В общем, как сыворотку использовать на ночь под ночной крем, просто очень классно, мне очень понравилось. Ну, опять же, какого-то лифтинг-эффекта омолаживающего я не скажу, что я увидела, но, конечно... Попробовать мне очень интересно, когда использую уже все эти 2 упаковки, я обязательно в пустых баночках расскажу, увидела ли я какой-то эффект от них, но попробовать, конечно, было интересно, повторюсь еще раз, тем более была выгодная акция, и я не могла просто не взять ее. Так, также в первом каталоге я взяла вот такие вот колготки, опять очередные, в этот раз я решила взять 120N, теплые колготки из бамбукового волокна. Это, в общем, коричневые у меня с шерстяной ниткой, или как они так называются. В общем, я их ношу сейчас практически каждый день. Они у меня активно в носке. Вот так вот они выглядят. Вот. В отличие от тех, которые я рассказывала в прошлом видео, 200D у меня, которые сразу же у меня, как я показывала, на носке порвались. Эти тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, те колготки, которые у меня 200D, я уже 2 раза зашивала. 2. Хотя ношу их намного реже, чем вот эти. Эти, конечно, обалденные просто по качеству, как обычно. У них очень плотная резиночка, очень хорошая. Они теплые, не такие теплые, конечно, как те, но зато они мне более удобные в носке. Они вот так вот немножко просвечиваются, если их растягивать, но при этом они теплые. И мысок более уплотненный, поэтому он не рвется, так как в
тех колготках ни пятка, ни носок, у меня все целое. Хотя, повторюсь, я уже их стирала не раз, а ношу их очень активно. Они классные, могу посоветовать. В общем, колготки Faberlic я очень-очень люблю. И всем могу посоветовать. Также взяла тоже по бонусам или по акции какую-то зубную щетку себе очередную. У меня такая оранжевая сейчас уже износилась. Я решила себе обновить. Надо уже скоро обновлять и мужу. Мужу я брала позже, поэтому у него еще более-менее. Но, в общем, надо хорошие зубные щетки. Они оптимальные для меня. В общем, она средней жесткости получается. Да, средней жесткости. Хорошо чистит зубы, мне она нравится. Вот, вот такую вот помадку отдала мне мама. Я помады Faberlic такие не беру, потому что у меня куча и так помады. В основном я беру, пользуюсь матовыми. В общем, не подошел ей цвет 410-56. Не знаю, честно говоря, какая это серия. Серии у Faberlic очень много. В общем, это вот такой вот цвет. Очень светлый. Она сказала, что она как мертвец с ним. Вот, вот так вот он выглядит. Ну, не знаю, я покрасила, в принципе, пойдет, думаю, в крайнем случае я люблю смешивать разные цвета помад или буду использовать его под, когда начинаю наносить макияж, я всегда использую какую-то светлую помаду, которая валяется у меня без дела вместо бальзама. Вот, в крайнем случае буду использовать для этого. Ну, так она сама по себе неплохая, приятно пахнет, да, ну, как приятно. Такой обычный запах помады. Бабушкинские. Неплохо увлажняют губки. Обычная, самая обычная помада. Ничего из себя не представляет. Собственно, поэтому я как-то особо помады Faberlic и не беру. Также в первом, по-моему, каталоге была хорошая акция на ароматы. Или по какому-то купону опять очередному. Я, честно говоря, не помню. Взяла я вот такую вот водичку Fantasy. У меня была в миниатюрке. Мне она понравилась. Я решила ее взять полностью в полноразмерной версии, хотя с ароматами Faberlic у меня довольно сложное отношение, мало какие из них мне нравятся, из всех мне понравились только Нероли аромат и Донна Феличи. Вот это третий аромат, который мне понравился в Faberlic. В общем, для меня это аромат на весну, вот прям то, что нужно. Легкий, свежий, конечно, он не держится долго, но он очень приятный. Если аромат мелодия для меня тяжеловат, он такой более насыщенный, более какой-то, ну, тяжело мне его ощущать на себе, он как-то меня немножко, то этот аромат самое то. Легкий, приятный, цветочный. В общем, здесь содержатся какие-то свежие нотки, какие-то зеленые нотки. Вот, можно увидеть по флакончику. Вообще флакончик очень красивый, такой градиент. Оранжево-зеленый. В общем, вот это мой аромат. Действительно, очень приятный. Свежий, легкий. Пусть не стойкий, но его можно, если что, обновлять. В общем, весной буду активно пользоваться этим ароматом. Так. Ну и, конечно, долго я думала. Смотрела кучу различных обзоров девочек на вот эту новинку молодежную. И все-таки решила взять вот эти две новиночки. Ну, тушь я взяла только потому, что оформление мне его понравилось. А-ля Benefit, в общем, далека, да. Красивое оформление. Тем более, на него была очень хорошая акция в каталоге, во втором, да. Если берешь на определенную сумму, то он, эта тушь, получается там что-то за 100 рублей с чем-то. Хотя, конечно, сама по себе тушь, ну, на любителя, так скажем. У нее очень крупная щеточка, я думаю, уже все ее видели. С натуральными ворсинками, то есть не силиконистая, хотя я люблю больше силиконистые. Она такая жидковатая идет поначалу, потом немножко подсыхает. Но при этом, как я сказала, как я еще не говорила, но вообще у меня с тушами Faberlic такие же сложные отношения, как и с ароматами. Сколько я брала тушей, мне мало какие нравились. Но эта тушь, в принципе, мне понравилась. За свою цену, вот за свои там 100 с чем-то рублей, она как раз только и стоит. Если бы она стоила 500 рублей, конечно, было бы обидно. Ну, за 100 рублей, да, она делает такие длинные, в принципе, пушистые реснички. Но что мне понравилось с ней, что ее можно наслаивать. Сначала она делает такие длинные, тонкие,
второй слой такие погуще делают, по объему, и третий слой. То есть она не склеивает их, она их просто наслаивает. И действительно, для тех, кто любит наслаивать, можете попробовать, тем более стоит она бюджетно. И я надеюсь, она у меня со временем подсохнет и будет раскраситься, и еще лучше будет себя вести. Хотя она, в принципе, мне и сейчас довольно понравилась. Хотя я даже не ожидала, честно говоря. Ну и не знаю, зачем взяла, но вот хотелось, девочки рассказывали, это упаковка красивая, железная такая, также а-ля Benefit опять же. Ну, конечно, Faberlic молодцы, да, они выпускают различные новинки, которые хочется попробовать, сотрудничают с различными блогерами, звездами, но мне кажется, все-таки, помимо того, что они работают с пиаром и с упаковкой, надо было все-таки и над качеством потрудиться немножко, потому что качество, конечно, вот этих вот палеток оставляет желать лучшего. Если с тенями я вообще даже не собиралась близко брать после тех многочисленных отрицательных отзывов, которые я слышала на ту палетку, потому что они качество, конечно, отвратительно. Вообще тени Faberlic, сколько лет я уже занимаюсь Faberlic, я считаю, что у них были хорошие только запеченные тени, вот эти кругленькие, самые-самые первые. Остальные, сколько я не брала, маленькая, очень плохая пигментация, осыпаются, пылят, в общем, неудачные получаются у Faberlic тени. Что и в этот раз, красивое оформление, да, я уже активно ей пользуюсь, поэтому она у меня не в очень таком красивом виде. Ну, тут можно видеть, что тут все полностью в запыленном состоянии. Она у меня уже, рисунок практически стерся. Здесь тоже была такая рожица девушки, она у меня где-то там валяется. Я ее выкину, она у меня без надобности. Здесь такие красивые цифры, буковки были BB. Это какая-то BB Final Touch, в общем. Здесь идет и хайлайтер, и бронзер якобы, и сама пудра. Если Анюта, она была, Анечка, привет тебе, сказала, что для нее эта пудра, как для светлокожей девочки, идет как бронзер, вот такая вот она сама по себе, то для меня она подходит как обычная пудра. Но при этом она, кстати, вот такой вот у нее спонжик, конечно, ни о чем, но я тоже несколько раз им пользовалась, в принципе, можно. Сама по себе как пудра, я, в общем, особо не парюсь, просто наношу ее и на лицо. Особо как-то не вижу никаких отрицательных свойств, то есть никаких-то там темных пятен особо не видела. Ну, она никаких недостатков, конечно, не скроет, дает такой легкий эффект персика на лице, осыпается, конечно, жутко, то есть нельзя в одежде наносить эту пудру, потому что все, вот если какая-то темная водолазка, у меня один раз было, я додумалась одеть темную водолазку, а потом припудриться. Естественно, вся водолазка у меня потом была в пудре, мне пришлось ее снимать и быстренько экстренно одевать что-то другое. Вот, поэтому не делайте так, как я. Сначала нужно накраситься, уже потом одеваться. У меня такое бывает иногда по зоопарке с утра. Что касается хайлайтера, вот такой вот очень маленький, тоненький такой вот хайлайтер. Такой, ну, тоже такой ни о чемный, конечно, так, еле-еле видный. Ну, иногда я наношу его на все веко, как в качестве теней. Ну, так себе. Бывали, конечно, что значит бывали? У меня есть куча других хайлайтеров, которые в 300 раз лучше. Этот просто ни о чем. Ну, и бронзы. Бронзы, в принципе, неплох. Да, вот он такой, действительно, не рыжит. Такой, какой должен быть для скульптурирования. Но, естественно, так как он очень-очень тоненький, маленький, его набрать практически нереально. Ну, только если только контурировать нос вот так вот пальчиком чуть-чуть. Может быть, и можно. Сейчас я себе контурирую тут. Вот, но для того, чтобы скулы проконтурировать, конечно, это очень сложно. Я как-то попыталась, у меня получились такие две черные черты, я потом их еле растушевала. В общем, крайне-крайне неудобно. Ну, упаковка на 5. Качество самой пудры. Во-первых, ее там мало. Во-вторых, ну, не знаю, на 3 с плюсом, наверное. Хотя я слышала, девочкам многим нравится, но просто когда, если бы я не пробовала, если бы у меня не было продуктов, которые лучше, чем этот, я, может быть, сказала бы, да, супер, вообще мне очень понравилось. Но, конечно, так как я уже кучу всего перепробовала, видела я намного лучше продукты.
А за ту цену, которую хотят в каталоге за этот продукт, 499 рублей, конечно, он вообще не стоит. Вообще. Еще с ценой консультанта, и то, как бы там, надо брать с 50% скидкой. Тогда еще, ну, рублей за 200, может быть, можно взять, только чисто из-за упаковки. Вот так. И последнее, о чем хотела рассказать, это у меня были два пробничка туалетных водичек, стало мне интересно попробовать. Это новинка, вот это Бон-Бон Шери, молодежная, которая представлена в этой же молодежной серии. Очень сладкая, конфетная какая-то, леденцовые какие-то нотки такие, прям сладкие. Ну, дочке я дала понюхать, она сказала, в принципе, ей понравилось. Но покупать я полноразмерную версию не стала, потому что она очень какая-то навязчивая. Вот один раз попробовала я на себе ее. Она прям вот, вот я шла, она прям мне вот везде, везде меня сопровождает. Мне это жутко бесило, прям вот жутко. Не знаю, вообще не мой аромат. Очень навязчивый. Вот чем страдают фаберликовские туалетные воды, это тем, что они очень навязчивые. Ну, за исключением некоторых, которые мне действительно понравились. И вторая, это был, конечно, Валентин Юдашкин, желтая водичка. Я вчера пошла с дочкой в магазин, снимала, кстати, влог оттуда. И думаю, ну, потестирую, как она будет на мне, как она раскроется, как она будет себя вести на улице в холода. Сама по себе, вот она из пробничка приятная, такая, действительно, такие приятные цветочные нотки. Ну, такая сладковатая, конечно. Я такие сладкие ноты, какие-то, опять же, навязчивые нотки, не очень я себе люблю. В общем, она стойкая. Она вот все время, пока мы гуляли, я ее все время на себе ощущала. Меня еще угораздило нанести ее на волосы вот так вот, чуть-чуть. И я вот при каждом дуновении ветерка я ощущала ее на себе. И она настолько мне приелась. Я уже ее хотела быстрее прийти домой смыть, потому что... Но, как оказалось, это вообще, вообще не мой аромат. Сладкая, приятная для любителей таких каких-то медовых, цветочных, сладких нот. Может быть, и понравится, но для меня она чересчур приторно сладкая, навязчивая, не мое. Еще, конечно, возьму обязательно пробничек вот этой новой юдашкинской воды, розовой. Попробовать тоже интересно. Но я не думаю, что она мне тоже понравится. Вот. Такой вот у меня было два заказика за последнее время. Чем-то осталась довольна, чем-то не очень. Пишите, пожалуйста, о том, что было у вас из того, что я показала. Возможно, у нас в чем-то сходятся вкусы, в чем-то нет. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Всех вас люблю, целую. Пока-пока.